По крайней мере, не лагает он мне уже. Максимум может не лететь. Ой, Ашас передал. Я вообще не слышу, что ты там говоришь. Ты вообще далеко. Как будто в соседней комнате. Меня плохо слышно, Глеб? Да, тебя плохо слышно, когда летим. Ужас. Господи, я... Поставь качество графики на низкое, а FPS на максимум. И попробуй так поиграть. Хорошо, я поставлю. А тундра не бери. Сука, взяла. Я могу дать тундру, она фиолетовая. Давай. В говняй нам скине, но давай. Такую вот зомби уйдут, ты ее больше никогда не увидишь. Максимум через 3 года. Запомни. Ну вот она мне такая не нужна, а ты красный пропустил. Тебе сам РСС надо? Да. У меня теперь черные кубики. Это норма, там где убью валялась. Мы ж попробуем пострелять с твоей фиолетовой. Вдруг добавочка какая-нибудь, зомби при выстреле где-нибудь вылезет. А сука, все прозрачное. Захотят забрать у тебя снайперку. Все прозрачное. Я ящик насквозь вижу, что там лежит. Да вы оба читеры. Ебаный читер, я так не могу видеть. Я вижу людей сквозь. Я вообще в стороне. Ты видишь людей сквозь здание. А ты... У меня вон... хотел сказать, смотри. А он сквозь текстуры. Ты ж так сейчас не увидишь. У меня, короче, этот... Самонаводяшку видишь уже. Какая там это? Ядерный остров у меня в воздухе висит. Вот. Вон он у меня. Вот там. Я вот. Чего-то наверху. Не знаю о ядерном острове. Он у меня в небе. Мы не курим. Курение — это ужас. Да, Глеб? Это ужас. Да, вы чего там накурились? Это не мы, это наши компьютеры. Точнее, геймлуп. Вот реально, геймлуп. Я вчера сгорела от первого лица. Народу пиздец. Чем всем надо? Где ты там сгорела от первого лица? В сетевой? На обоих картах. Тонны изоляции, тонны мини. По 5 складов было. Удивительно, что... А, ну да, с телефона же играют на первого лица. А я тебе разве... Я тебе не скидывала? Нет. Вчера? Нет, наверное. У меня 2, сука, на расправу взяли. Тут пар лежит. О, бегу. Я даже не вижу, какая пушка у меня в руках. Вообще непонятно, чего. А ты, наверное, в ТикТоке уже видел, я сегодня скидывал. Или нет? А, которые 2 на изоляции. Наебал, блин. Да. Да, я видел это. Я прошел вот и смотрю как раз таки. Не понял. Ну не, ну там фар лежал как бы. Там фар лежал, только эпический лежал. Да, эпический. Я вижу, что под землей, под песком. Там открытый мир. Все, короче. Это плохо. Видал я один раз этот открытый мир. Чуть не провалился.
Тундра, но мне уже покрасили фиолетовый. Надо же попробовать, вдруг он не зря набивал вот эти скины. Типа хедшоты, там все дела. Я хедшоты не ставил. Она сама наводится. На английском базаре. Подожди, Мираж, я не вижу, куда я сажусь. У меня просто черный квадрат приехал. Где тачка? Вот это ты обосрал машину его. Я вот вижу, вот квадрат этот, да, сажу. Где? Я слышу, вот катается кубик. Ну где? Да, где же он катается? Наверное, рядом с тобой. Ник видит. А, вот. Вот. Не смешно. Я представляю, что за квадрат там у тебя уже катается. Красным горит. На этой секунде, например, не слышу это. Как люди поехали, когда вот мы поехали на улучшалку, и они сверху, оказывается, за нами уже стояли. Вот это я не услышал. Потом не услышал, как вот к нам на эту приехали. О, господи, как она называется. Я помогу? Нет, я не успел. Садитесь, у меня ниндзя. Как он называется? На нефтянку, короче. По такому полю вы еще никогда не бежали. По такому черному полю. Что ты у меня по воздуху едешь? У меня дальше карта в воздухе. А это черная молния. Мы взлетаем просто. Вот вы в квадратике по воздуху едете. Ну, выше дерева уже. Так, я пока смотрю, чтобы людей не было. А то улучшалка там. Короче, уже. Это. Ага, уже тачка едет. Геймлупу очень плохо. Да, геймлупу очень плохо. Мираж, я тебе квадроцикл оставлю, а это на это я сяду. На летающую хрень. Вообще длинный, черный, непонятный хрень какая-то. Там, если сверху будем наступать, то там люди, в принципе, внизу. Че, будем наступать? Мы туда пойдем? Нет, мы туда не идем. А, ну ладно. Мы туда не идем. Нам туда не надо. Тогда есть другой. Но они так и не залутали его, походу. Даже. А все, я сесть не могу. Твари. Ладно, тогда на другой. Ой. Розовый, который уже залутанный. Ты думаешь, там впереди нету? Ух, я только что видел этот. Как мне нравится, что я могу теперь еще кассетка. И тачка едет. Тихо, 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 тихо. Дом. Уворачиваемся, упал, дом. Тихо. Он с МРС, что ли, стреляет? Так, даже не наводится. Так, у нас тачка немного пробита. Это ужас. Надо было мне как раз на пассажирском. Я вижу. Сука! Так, надо повыше встать, чтобы видеть тачки. Так, ну там бот бежит. Так. А где та тачка, которая за нами ездила? Снесла нам ногу за руку. Уехала. Уехала? Я жалко, не на пассажирском сидел. И забыл, что у нас молодежка была. А что там тачек нету уже? Я же видел там кучу тачек. Ну там разом. Вот тачка здесь на зеленом уехала только что. Вот это мираж. Эх, наш
раздолбанная, 12% подобьют в легкую. Там опа. Ничего нету, там пусто, а вот тачка едет. Вот как они опять бесшумно ездят, а? Не-не, сейчас-то я их вижу на удивление. Ах, блин, сука. Охренеть. А у меня урон по ним не идет, я просто в пустоту стреляю. Ну да. У меня просто в пустоту все идет. Блин, вообще. Сука. Вообще а, жопа. Нашел куда спрятаться. Тихо. Беги, просто беги куда-нибудь. А уже не убежишь. Не убегу, думаешь? Я знаю. То, что там справа тебя уже слепят, я по барабану. Да там и сзади меня подбили. Я не видел, что меня слепят, я видел, что ко мне сзади бегут. А, как мы тебя убиваем? Уже по нам стреляют. Не знаю. Кто упал? А. Боинька, опять. Я сколько раз в ТикТоке натыкался на людей, которые там вот пишут, что они специалисты по сливу каток, там вот это вот ники придумывают. Вот на веру. Охотно верю, потому что такой же. Тут дело есть. Это по большей части мы. Поиграйте с нами, и вы ощутите такой спектр эмоций, который никогда не ощущали. Этот же человек меня убил. Это, видимо, катка у меня не лагала, и поэтому я человека кое-как убил, чтобы потом он так удивился, когда меня посмотрит. Это ужас. Потом разочаровываются, наверное, когда начинают играть и видят результат каток. Вот тундра, не покажем. Да-да. Не трогай. А я тебе сейчас вот там же дам другую тему. На. Любого бота с одного выстрела. Скидывай.
нифига было интересно, почему по лежачему меньше урон проходит два раза. Там внизу сама водяшка есть. Ниже, ниже спустись. Ты что, сквозь эти? А, понятно. Здесь его. Я вижу, ты понимаешь, я вижу. А вот такой навык мне бы хорошо бы иметь. Сразу видеть, где она находится, и лететь туда. Я сквозь шар этот воздушный вижу. Вижу там полное место. Я так понял, соколиный глаз по сравнению с тобой лох из Marvel. Он просто в Call of Duty не играл. Видит за 5 километров объекта. Причем на большую скорость. Улучшалка открыта. Странно, что тачка сюда не едет. Мы же в зоне. Глаза, взгляд. Любит же? Разговор, улыбка. Вот это мост. Вот это мост. Да и не только по вот этому мосту. Но рейс возрождения вон летит. По нему, кстати, урон проходит прям хорошечно. О, опять черный кубик едет. Сука. Кубики. Он там розовый будет падать сейчас где-то наверху, надеюсь. Да вот как раз он будет слева падать. Вон один. Сейчас второй будет поближе. По траектории, по траектории, по траектории, по траектории, по траектории. Вот выше, выше берем. Куда в гору? Выше. А вот все. Выше. Блин, если сейчас тачка приедет, я же ее увижу и очень хорошо. Ты очень тихо говоришь, прям очень. Если тихо. Тачка пойдет, то я очень хорошо ее увижу. О, вот сейчас слышу и не только твой голос, но и то, что ты микрофон подул. Ебать, тачка там просто перелетела. Так, давай это поберем. Чтоб не соблазняла она меня, я ее собью, тачку. А то вдруг наведется и как всегда, вот в самый нужный момент. Вон там как раз еще один розовый есть. Можем туда сходить. Там вон челики бегают. Где? На вокзале. Блин, ракеты. Ну, в само большое здание один забежал. Тачка едет. Блин, еще под таким углом, что не видно. На, сука. Уху-ху-ху-ху-ху. Да, 5 человек, ты прикинь. Минус 3. Уху. Они обзываются. Ой. А, все, замолчали. Блин, только я включаю, они сразу затыкаются. Ну, что за люди?
Тачка сзади, 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 сзади. Что за люди? Ух, отлетел. О, этих дохера. Блин, охренеть. Да их кто? Столько же. Блин, капец, меня сразу заруинили. Вчетвером там. Этих дохера слишком стало, нет? Вот жалко, что ты не сбил как раз в этот момент. Я ее подбил, и все, они сразу выпрыгнули. Я стрелял. Слабо. Нет, нет. Я броню делаю, я броню делаю. Живите, живите, господа, живите. На меня летит тварь. Да нет, он завис в воздухе. Капец, он там под... А, нет, его... А вон. Телепорт. Виктор. Хорошо. А кого там убиваете, мне интересно. Вот. У вас там кончаются люди? Нет. Там еще подошли. Mm-hmm. А сейчас у нас еще есть. Блин, а я должен полететь. Аккуратно, 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 аккуратно. Сука, я ж хочу полететь на себя. Блин, там люди еще. Ой, блять. Да хера. У меня все броня уходит. Там еще падает, 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 Аши сзади падает. Капец. Да что у вас туда хер еще-то? А, защищай, защищай, сейчас подобьет, именно нас подобьет. С пистолета. Меня убьют сейчас. С пистолета. Сзади вертолет падает к нам. Вертолет падает. О, к нам. Я его подстрелил с пистолета. Я с пистолета его подстрелил. Я с пистолета подстрелил. Ты аж сможешь воскресить? Да, я. У меня брони нету вообще. Сука, летает, летает, летает. Вертушка еще. Блин, я сбил. Нечаянно. Я раньше начал. Давай, блин. Давайте. Хильтесь, хильтесь. О, у меня нет брони, последняя плата. Хильтесь, хильтесь. У них же там куча всего есть. Да нет, ну крыса. У меня. Да какая разница, у тебя там крыса уже сидит, сука, да блин, это блядская нет. Ебучие крысы, да что вы здоровы. Капец, сейчас опять вылетим, еще зона будет. Живи, Ашис, просто живите, живите. А ее не видят, в принципе. Она ж там это, с таким классом может убивать спокойно. Ее только визуально могут увидеть. Блин, жалко, классный, не должен. 6, 5, блин, 4, надо на эту зону 3, лететь, 2, надо 1, на зону лететь 0. Быстрее, блин, ой, блин, я очень быстро. Сука, я не успею. Там это, кто сможет, заберите эту девушку. Я лечу уже, блядь. Я уже лечу, блядь, там на самой горе, сука. Блядь, на самой горе, ебаный. Уебаны просто вот. Еще за этой стояла главное. О, сука, тебе падает. Я тебя убью, вареник, сраный. Сраный вареник. Сраный вареник, чтоб ты сдох, ублюдок. Все, я все сказал ему. Я ему все сказал. Я тоже был злой.